На базе ВГУ прошла региональная политическая школа в рамках проекта «Гражданский университет», целью которого является обеспечение коммуникации между властью и обществом на всех уровнях. Воронежский университет входит в тридцатку вузов по подготовке политической элиты России. Здесь проходят очень важные системообразующие мероприятия для всего региона. О важном для региона проекте строительства бассейна для ВГУ рассказал Владимир Нетесов. Проект прошел экспертизу, решаем вопросы по софинансированию. Часть денег выделит региональный бюджет, часть федерации, и этот бассейн будет в кратчайшее время построен. Ну, я считаю, максимум 1,5-2 года, потому что те студенты, которые учат, они сейчас должны иметь те условия, чтобы и заниматься спортом, плавать, хорошо учиться, улыбаться, отдыхать. Региональная политическая школа продолжила с работой секций.